Добрий вечір. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Чим живе область». І сьогодні ми будемо говорити не лише про те, власне, не про те, як сьогодні живе область, ми будемо говорити про те, чим сьогодні живе вся Україна. Україна сьогодні живе новинами зі сходу країни. Тож, поговоримо ми сьогодні про війну, а розмовляти на цю тему будемо з Аркадієм Дабаяном, волонтером. Гість наш наступний – Олег Кричун, голова спілки ветеранів Афганістану Заводського району, і Олександр Ухмановський, політтехнолог. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії. Власне, якщо говорити про війну. Олександр, мабуть, почнемо ми розмову сьогодні з вас. Я так розумію, власне, не тільки я. Війна не готується за півтора дні. Ну, неможливо підготувати і неможливо розв'язати такий конфлікт за півтора дні. Власне, як виходить, що будь-яка країна вступає у військовий конфлікт? Як це буває? Я не хотів би в даному випадку говорити зараз про економічні там, аспекти війни чи там, політичні. Якщо ми говоримо про технологію, тобто як виникають війни, то необхідно розуміти, що основа підготовки – создание образа врага. Как правило, это используется, опять, работа с людьми с низким уровнем образования, это основа, с низким уровнем умения мыслить, анализировать. Это пропаганда, то есть массовый вливы информации, достаточно долгом времени, и все это должно основываться, как правило, на понятии ксенофобии, то есть боясь чужого. Создается образ чужого, которому наделяют определенные черты, которые ненавистны населению, например, страны-агрессора. Ну, в данном случае, то есть это как метод борьбы, например, там сейчас работают волонтеры, и уже как пошло. Кто такие волонтеры? Да это разве украинцы? Аркадий Дабагян, Давид Арахамия, это же вот эти, не украинцы. То есть создается образ того, что армии, например, помогают кавказцы, евреи, кто угодно, но только не украинцы. Вот. Ксенофобия. Чужой, плохой. Да. Россия, в общем-то, создавала более 10 лет образ украинца как плохой. Воруют газ. Хохлы, они что они, там у них армии нет и так далее и тому подобное. То есть чужой, плохой, их нужно задавить. То есть, в принципе, да, риторика на центральных. Если же говорить про украинских, то точно так же. Формирование ксенофобии. Например, Крым, да, почему начали с Крыма? Потому что наиболее подготовлено общество там было. Не воспринимают себя украинцами. Украина для них чужой, ксенофобия опять, боясь чужого. Мы русские и так далее. Да, вот эти все выражения. Крым всегда традиционно был русским. Да, начинается все буквально с выражения «Крым всегда был русский» с очень простых вещей. Мы другие. Они чужие, они плохие, мы хорошие. Естественно, это базируется на настолько чудовищных, нелепых обычно устоях, да, что образованный человек, умный человек, мыслящий, он в ужасе. Как? Ну как можно в такое поверить? Но, тем не менее, мы должны понимать, что это технология управления массами, и на массы это действует. То, что вы говорили, это низкий уровень образованности. На этом сыграли и на Донбассе, так получается? На этом играют везде. Это не проблема Украины или России, это проблема всего человечества. Низкий уровень образования, образованности. Всегда есть. Давайте мы там, начиная с пещерного периода, постоянно растем умственно-технологически, но всегда есть значительная часть населения, да, часть человечества, которая ниже по уровню, чем остальные. Это законы природы. И, естественно, на них идет это воздействие, в первую очередь. То есть любой конфликт, любая война, любой. Это всегда политтехнология. То есть если мы, да, задаем, нет, это управление массами, да, психология масс. Если мы говорим о том, как не допустить войны, да, то рецепт очень простой. Думать, анализировать, проверять информацию и задавать себе вопрос, а почему? Почему нам говорят, что эти люди плохие, или это государство плохое, либо же почему вот так должно быть, почему мы должны напасть, либо почему мы должны защищаться. Как только мы начинаем думать, сразу же
Мы уходим от партии войны, мы не становимся сторонниками военного конфликта. Хорошо, для чего это нужно было делать в Украине, если вы говорите о том, что 10 лет назад, ну, так, больше 10 лет назад началась пропаганда. Для чего? На всякий случай, например, не ищите там, например, теории мирового заговора, например, на всякий случай. Зачем во всему миру действуют там группы антисемитские направления? Ну, не для того, чтобы избивать евреев там в Германии. Нет, но на всякий случай. Потому что всегда можно при случае напасть, при случае устроить бойню внутри страны. Это кому-то всегда нужно будет. Вот такой рычаг влияния, запасной. Поэтому, если говорить о том, что планировали они там 20 лет назад или 15 лет назад нападение на Украину, вполне возможно, что нет. Но на всякий случай готовилась. Ну, в принципе, и экономическая завязка в том числе, вот если говорить о сегодняшнем конфликте, она тоже существует. Несомненно, что России Украина экономически нужна. В первую очередь трудовые ресурсы, как бы не смешно это звучало, и как бы кто не верил в это. Но России нужны рабочие руки. То есть здесь решается всегда, военный конфликт решает более чем одну задачу. То есть это и макрополитика, и экономика, вот, и поддержание уровня, ну, правящей элиты для того, чтобы она дальше продолжала править. То есть завоевания бросаются к ногам электората российского уже. То есть всегда это комплексная проблема. Олег Митрофанович, я обратила внимание на то, что вы несколько раз пытались... Да, меня, в принципе, вы сказали причину. Могли мы ли остановить вот это, что происходит? Вы знаете, средства массовой информации российские, которые безраздельно властвуют на властвовали на Востоке и сейчас там, и на Юге, это их, будем говорить, то, что они сделали, это их вина в этом, то, что они сделали. И наши люди еще с тех времен привыкли верить средствам массовой информации. Если бы наши правители в свое время вовремя почувствовали угрозу, которая исходит от того, что изливается на этот народ, на наш, то можно было бы в какой-то мере, я так думаю, и мои товарищи тоже думают, о том, что можно было не допустить вот того, что сейчас происходит там. Это такая же ситуация, как в Приднестровье. Почему мы возвращаемся к теме Приднестровья? Тот же самый сценарий. В Приднестровье языковой был конфликт между русскими и местным населением, молдаванами. И то же самое сейчас у нас тоже делают, то есть хохлы, которые мы здесь представляем, этих бендеровцев, которые наши волонтеры, наши бойцы там на передовой говорят, офицеры, солдаты, когда встречались раньше с этими же российскими солдатами, ну, офицерами, он говорит, какой же я бендеровец, если я разговариваю на русском языке, я по-украински не могу разговаривать. Вот. И мы встали, вот это у нас получилось то, что получилось. Образ, ксенофобский образ, причем именно формированный, лживый. Это не правда. Ну, ксенофобия. Хохол, бандеровец, украинский язык – это чужой язык, это недоязык. Вот. И они наделяют нас этими чертами для того, чтобы создать врага. Естественно, когда встречаются и увидят, что да он южанин, да он говорит на русском, конечно же, это некий дисбаланс. Но для общей массы это работает. Но мы можем рассуждать. У нас нету такого потока информации, как у них. Нам не вливает то, что там они, россияне, плохие, потому что у каждого из нас есть друзья, кумовья, крестники у меня, друзья, с которыми приходилось служить и в Афганистане, и в других местах. А мы дружеские отношения, но их сделали так. А мы такие, мы хотим жить мирно и сами делать свою жизнь. Но нас сделали врагами, потому что они не видят другого способа удержаться у власти, если нет внешнего врага. Ну, смотрите, Александр, абсолютно абсурдные сюжеты об распятых мальчиках, убитых снегирях и так далее и тому подобное. Это тоже технология? Да, ну, да. Как в принципе, апреле, можно поверить в настолько в апреле этого вещь. Года, прошлого года была прекрасная передача с доктором психологии, психиатром, который говорил о том, что больше светило, чем я. Он говорил о том, что при огромной массе льющейся информации, то есть со всех сторон, то есть это технология, когда куда бы человек ни обратился за информацией, он получает распятого мальчика. То есть если так происходит, то человек зомбируется.
И я ему задавали вопрос, неужели нету защиты? Он говорит, нет. Ни один человек с никаким уровнем образования, по сути, интеллекта не выдержит. То есть самое главное – это долго и массово. И то, что мы видим, да, то есть раньше это потихонечку образ формировался украинца как врага, то, когда начали лить со всех сторон информацию, то действительно их зазомбировали. И там буквально несколько процентов действительно очень умного, очень мыслящего населения не поддается этому. Наши коллеги-политехнологи российские, сейчас мы все разошлись, раньше общались, сейчас нет, они верят в то, что бандеровцы в Украине, хунта, фашисты, и надо с этим бороться. Люди, которые сами создают технологии. То есть настолько мощное влияние. Поэтому мы должны понимать, что россиян можно там что угодно про них говорить, но ни один человек в их стране, ну, большинство, ну, не, просто не выдержал. Ну, хорошо, если так будем считать, что в Украине, ну, более здравомыслящее население. Нет, точно, нет, так же, точно так же поддаются россияне наши враги, российская агрессия, необходимо все уничтожать. 90% там, населения, которое поддерживает эту идею, это тоже. То есть с нашей стороны тоже пошла массовая. Но она пошла сейчас? Да, да. Уже, скажем так, уже после взятия Крыма. То есть никто, в принципе, не предполагал, что в течение большого количества времени, что россияне, Россия ведет такую вот активную пропаганду. Мы должны были это понимать? Да. Вот умные аналитики. В 2008 году мы должны были готовиться. Да, в 2008 году был проведен опрос всеукраинский, если не ошибаюсь, Центром Разумкова, на котором принимали участие более 70 экспертов по всей Украине. И после ситуации с Грузией, 08-08. Так вот, сценарий того, что произойдет, экспертами был, все эксперты об этом сказали, о том, что это возможно, что это начнется с Крыма и так далее, и о том, что необходимо принимать действия. А никто, скажем так, противодействие, технологии противодействия не принял. К этому относились несколько. Опять же, Украина очень добрая. Мы слишком толерантные в этом плане. Мы действительно не создавали себе врага. По сути, мы не создавали себе врага, и мы ни с кем не боролись. И, естественно, технологий противодействия у нас не было. В том числе у нас не было и дееспособной армии на тот момент. Я думаю, что вопрос ближе к волонтеру, который знаком, да, с ситуацией. Да, вот, собственно, да, мы оказались в такой ситуации, оказались совершенно недееспособной армией. Сейчас нашу армию называют одной, там, ну, рейтинг наш в плане боеспособности армии гораздо выше, чем был в начале этого конфликта. В общем-то, вот на ваша мысль, какова, это чья заслуга, то, что армия сейчас вот такая? Ну, вы знаете, в последнее время, к сожалению, наверное, оценку дееспособности армии стали давать гражданские специалисты и просто гражданские люди, поэтому надо понимать, что эта оценка, она носит слегка поверхностный характер, да, потому что мы так или иначе обладаем той информацией, которой обладаем. Нам так хочется, в том числе, чтобы наша армия была лучшей. Безусловно, но я могу сказать, что если говорить о боеспособности армии, вы знаете, ну, для меня, в моем представлении, это некая совокупность факторов. С одной стороны, это материально-техническое состояние вооруженных сил, ее модернизация, как следствие определенных капиталовложений государства в развитие армии. И с другой стороны, это ее эмоциональная подготовленность к ведению войны. И так или иначе, война сама по себе процесс, ну, совершенно неестественный для обычного человека, да, для него, даже если он одел на себя форму военного, будь то добровольно или будучи призванным в армию, состояние войны для него не может быть естественным. И готовность к ней, она должна достигаться какими-то тренировками, да, которые, очевидно, должны были проводиться в Украине, проводились длительное время. Но я думаю, это моя точка зрения, что та ситуация, которая сложилась в Крыму, то, каким образом развивался этот конфликт крымский, то, какие команды были даны украинской армии и то, как она эти команды выполняла, да, собственно, Крым был взят без единой жертвы, ну, там какие-то выстрелы были, да, очевидно, как мы видим из
и роликов в интернете, но это такое противостояние, знаете, то есть так или иначе, потихоньку, шаг за шагом, визуально нам показывали, как одна часть, следующая часть, еще одна часть военная, они просто сдаются с тем или иными усилиями со стороны военных. Поэтому, конечно же, вот этот внешний, совершенно поверхностный взгляд показывал, что, наверное, назвать эту армию боеспособной довольно сложно. Да? Просто вот люди выходят, встают оружие, выходят с территории, и дальше вот эшелонами нам отправляют это оружие и тяжелое вооружение сюда, на материковую часть Украины. Вот такой анализ. Что касается увеличения боеспособности, да, безусловно, вы знаете, действительно, вот здесь я могу сказать свои наблюдения, потому что эту динамику я вижу вот в силу своей волонтерской деятельности, да, армия стала значительно более боеспособной. Боеспособной и в смысле материально-техническом, и в смысле обученности, и, наконец, самое главное, в смысле готовности к ведению боевых действий. Вот то, чего, мне кажется, не хватало с самого начала. Сегодня, знаете, как в бою учишься быстро. И эти боевые действия привели воинов к состоянию, в общем-то, повышенной готовности в самом буквальном смысле слова. Да, безусловно, армия стала более боеспособной, на мой взгляд. Ну, хорошо, конфликт рано или поздно должен завершиться. Каковы возможные сценарии развития событий? Александр, наверное, вот... от вас хотелось бы услышать. Решение конфликта лежит в плоскости военной или все-таки надо договариваться? Если договариваться, то с кем? Значит, я понимаю, когда был там конфликт на Фолклендских островах, да, в 70-х годах, потому что там две развитые страны могли между собой договориться. В это я верю. В данном случае, если мы говорим сейчас о конкретном конфликте, то я не вижу, что участники настолько развиты, чтобы договариваться. Поэтому я считаю, что никакого политического решения не существует. И существует решение только силовое. И как его произвести, это уже второй вопрос. Там, это должна быть быстрая силовая операция. И вопрос, да, что дальше? Потому что ну, выбьем мы боевиков, террористов, российских солдат с территории, но территория, как я уже говорю, осталась население сформированным образом врага. Мы получаем второй Крым по менталитету на территории Украины. И в данном случае, естественно, необходимо проводить деятельность по разагитации, да, перевербовке этого населения, принимать соответствующие законы, проводить соответствующую деятельность, реальную деятельность. Сможет ли украинское государство это сделать или не сможет, это второй вопрос. Но то, что без конкретных... Это не просто восстановить инфраструктуру. Восстановить инфраструктуру у человека, который тебя ненавидит, это получить подготовленного врага за собственный счет. Необходимо работать с умами людей и разрушать вот этот... образ сформированный, образ врага. Тут еще, вот вы правильно сказали, мы же знаем прекрасно, кто воюет со стороны Российской Федерации. И мы прекрасно знаем о том, что люди, не имеющие работы после Чечни, которые не нашли себя в мирной жизни, это единственное, что они умеют делать, воевать. Или идти воевать, чтобы ему заплатили. И другие то же самое, наемники. И когда мы говорим патриоты, они все, в принципе, введены в заблуждение, будем говорить, основная масса тем, что здесь происходит. А куда их девать? Кто заберет их? Зачем они там в России? Они уже все, безбашенные. Они уже там кровь, вернее, вкус крови почувствовали, и здесь они почувствовали. Как разрубить этот Гордеев узел? Кто это будет делать? Это действительно надо... концентрированные усилия многих лидеров. Это лидеры, в первую очередь, провидных, будем говорить, государств, которые заинтересованы в этом. И в первую очередь это Россия. Во всем мире борьба с ксенофобией – это основная проблема. Я вам очень быстро расскажу пример, да, как польский фонд один сделал в Крыму. Они помогали татарам, они построили школу татарскую, оборудованную по первому... слово науки. Прекрасные учителя, прекрасное оборудование. Так вот, когда, скажем так, российское население, да, там граждане Украины и татари конфликтовали, то после того, как появилась школа, из которой выходили ребята и просто в вуз их брали без проблем, русскоязычные родители
начали подавать в суд на то, что в татарскую школу их не принимали детей. То есть качество образования. Вот, то есть, вот работа уже. И все, и уже нет никакого ксенофобии к татарам. Все нормально. То есть вот это вот один из методов, то есть работа с детьми, создание школ, образования, то есть разрушение мифа врага. Ну для этого как минимум нужно прекратить военные действия. А поэтому кто сегодня возьмет на себя ответственность за то, чтобы провести вот эту быструю блестящую военную операцию? И готова ли Украина к тому, чтобы провести ее вот так вот быстро и блестяще? Нет. Потому что мы прекрасно понимаем, чтобы мы не говорили, какая техника сейчас приходит, техникой должны управлять высококлассные специалисты. У нас есть они, но их мало. Там же эти люди, они кадровые военные, которые проходили обучение. И опять же, но это будет противостояние? Нет, это я не могу конкретнее объяснить, но это утопия. Нам не дадут туда зайти, нас начнут бомбить и найдут причины, почему нас начнут тяжелой артиллерией накрывать, ну, ракетными ударами. То есть они найдут средства, чтобы остановить нас. Поэтому здесь надо договариваться, решать, чтобы на высших уровнях это все решалось. И если они решат это все на высших уровнях, это все может прекратиться быстро. То есть единого решения в любом случае нет? Нет. Надо комплексно? Да, это все комплексно. Ну вот, знает, он видел, я просто знаю, не с многими, но у меня друзья, которые еще полковники, они пошли в 50 лет, сейчас они в боевых подразделениях. И говорят, солдаты готовы идти защищать Родину, понимаете, но мы должны понимать уровень вооружения и наш, и ихний. И что стоит? Может быть, они специально сейчас только и ждут того, чтобы мы начали эти активные действия. И найдут причину, чтобы, как сказать, адекватно ответить на угрозу. Ну, то есть, я так понимаю, оптимистичного прогноза у нас не получилось. Не, ну это все закончится. Естественно, закончится победой Украины. Да. Ну это понятно. Вот, но когда, в какое время, каким способом, это, к сожалению, очень трудно прогнозировать. Украина сама это не закончит. От нас с вами что-то зависит? Или... Несомненно. Да. В первую очередь, то, что мы должны мыслить, раз. То, что мы должны пояснять людям, которые стоят там ниже нас по уровню образования, то, что на самом деле происходит. То, что мы должны учить людей проверять информацию, анализировать. Точно же достаточно толерантно относиться и не сформировать самим образ врага, это от каждого из нас зависит. Но это как минимум. Я не говорю про помощь армии, финансово. То, что мы делаем, каждый на своем участке. Он с войсками, мы здесь, здесь. Это наш маленький вклад в общее дело. И мы хотим мира и целостности нашего государства. И я всегда говорю, мои друзья говорят, мы хотим жить долго, счастливо. И радоваться жизни. Вот, в принципе, вот и к этому мы все стремимся. Мы это делаем. Но у каждого получается так, как у него получается. Что ж, на жаль, часу дуже замало, а тема така грунтовна. Я так думаю, що ми неодноразово ще зустрінемось в студії, у нас буде з'явиться можливість поговорити ще на цю тему, продовжити її і знайти таки якусь логічну крапку. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді, дякую за ваші думки. На все добре.